Приступаем к выдвижению. В лесу Чердаклинского района близ села Красный Яр крупное возгорание. По легенде, чрезвычайная ситуация произошла вследствие аномальной жары и несанкционированного пала травы. К месту пожара прибыли пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по области, Службы гражданской защиты и пожарной безопасности, скорая. По этой водной у нас были задействованы 165 человек и 17 единиц техники только от Федеральной противопожарной службы. От лесничества еще дополнительно 6 единиц техники. То есть масштаб можно представить. В принципе, здесь было все реально, с задымлением. Следующая точка и очередная чрезвычайная ситуация. На автодороге Ульяновск-Красный Яр произошло столкновение рейсового автобуса с легковым автомобилем. По легенде, в ДТП пострадало 15 человек. И тут спасатели вместе с медиками оказали своевременную помощь пострадавшим. Подобные итоговые проверки МЧС по Ульяновской области проводятся раз в 5 лет. Их цель – оценить готовность Главного управления к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Команда, которая работает над вопросами ликвидации предотвращения чрезвычайных ситуаций, находится в высокой степени готовности. Все технические средства для этого необходимые существуют. И, безусловно, мы хотели бы, чтобы не происходило ничего подобного на территории нашего региона, но если вдруг что-то произойдет, вся группировка готова для того, чтобы оказать всю необходимую помощь жителям нашего региона. После завершения всех практических мероприятий в полевом парке спецтехники прошел смотр участников учения и спецобъектов. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.